На территории района прошла профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Это был не план-перехват и не поиск опасного преступника, хотя со стороны действия сотрудников ГИБДД выглядели именно так. В среду вечером на выездных дорогах районного центра стояли сразу несколько экипажей ДПС, а дорожные инспекторы останавливали почти каждый автомобиль и просили водителей предъявить документы. Сегодня их главная цель – проверка сидящих за рулем на трезвость. Сегодня, 16 февраля 2016 года, на территории Кашхабского района проводится практическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В данном мероприятии участвуют представители администрации Кашхабского района, и целью данного мероприятия является пресечение управления транспортными средствами лицами, находящимся в состоянии опьянения. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекторы района призывают всех участников дорожного движения не переступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагичными. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих пассажиров, пешеходов и других водителей. Он может в любой момент лишить человека жизни. Со временем любую ошибку можно исправить. Эту ошибку исправить нельзя никогда. Искупить вину жизни не хватит. Задумайтесь, когда садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ведь потом вы будете испытывать чувство вины всю оставшуюся жизнь.